Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы чествуем представителей мужественной, благородной, жизненно важной профессии. Сегодня день сотрудника правоохранительных органов. Вы сделали правильный выбор, одев полицейскую форму, вступив в ряды тех, кто стоит на защите судеб, а порой и самой жизни наших россиян. Торжественный концерт, посвященный Дню сотрудника правоохранительных органов, объявляется открытым. Поздравляет начальник ОМВД России по Русскому району полковник полиции Алексей Викторович Бобров. Дорогие уважаемые сотрудники Русского муниципального ОМВД, дорогие и уважаемые наши ветераны, разрешите вас поздравить с нашим профессиональным праздником. Днем сотрудников МВД, а наших дорогих ветеранов поздравить с нашим профессиональным праздником Днем Советской Милиции. Большое вам спасибо за все то, что мы делаем вместе с вами здесь, на русской земле. Не зря начальник главка 8 числа в своем поздравлении уделил особое внимание таким громким статьям, как 105-е убийство и 111-е, 4-е причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшую смерть. Наша область, Московская, занимает одни из первых мест по выявлению и раскрытию данных преступлений. Область занимает, раскрытие преступлений составляет 90%. Но мы можем гордиться. Наше подразделение по данным направлениям занимает лидирующие места и составляет 100%. Разрешите вам пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия, ну и нашим дорогим ветеранам долгих лет жизни и крепкого здоровья. Большое вам спасибо. Ну и разрешите еще сделать небольшое объявление. Это тоже касается русского муниципального района. И в такой день русский муниципальный район должен гордиться такими сотрудниками. Согласно указу президента от 6 ноября текущего года за номером 713 полковник внутренней службы Мальков Сергею Владимировичу присвоено очередное специальное звание генерала внутренней службы. Сегодня ему будут вручены генеральские погоны в главном управлении. Спасибо. Если кто не знает, это наш коллега, он и родился в русском районе, и всю свою молодость
можно сказать, с детства до 10 класса включительно, непосредственно учился в русской средней школе, школе номер один. Насколько я знаю, вроде имени Ленина. Вот даже глава не знает, что имени Ленина. Теперь будет знать. Так что большое вам спасибо еще раз всех с праздником. Счастья, добра вашим всем. Спасибо. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов служебной деятельности, успешное выполнение задач повышенной сложности в 2014 году, а также в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации приказом Главного управления МВД России по Московской области номер 1855 по личному составу от 31 октября 2014 года награждены нагрудным знаком МВД России за личную службу в МВД второй степени. Подполковник внутренней службы Еременко Иван Валерьевич, заместитель начальника МВД России по Русскому району. Подполковник полиции Щенкин Олег Петрович, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Русскому району. Отличие в службе в особых условиях. Подполковник полиции Бароненков Валерий Анатольевич, начальник Тучковского отдела полиции ОВД России по Русскому району. Лейтенант полиции Адайкин Сергей Владимирович, заместитель командира мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МВД России по Русскому району. Отличник полиции, старшина полиции Белера Максим Андреевич, помощник оперативного дежурного дежурной части Тучковского отдела полиции МВД России по Русскому району. Старший сержант полиции Новиков Илья Евгеньевич, полицейский водитель мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Русскому району. Старший сержант полиции Сараченков Павел Олегович, полицейский конвоя группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Русскому району. Сержант полиции Семенный Николай Николаевич, полицейский водитель мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Русскому району. Почетной грамотой подполковник внутренней службы Тетеря Павел Александрович, начальник тыла ОМВД России по Русскому району. Майор юстиции Дунаев Андрей Анатольевич, старший следователь отделения по расследованию преступлений против собственности следственного отдела ОМВД России по Русскому району. Капитан полиции Ульянов Андрей Юрьевич, старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных ИБДН Тучковского отдела полиции ОМВД России по Русскому району. Капитан полиции Крамков Дмитрий Александрович, оперативный дежурный, дежурной части ОМВД России по Русскому району. Старший лейтенант полиции Зюканов Сергей Вячеславович, оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Русскому району. Старший
лейтенант полиции Митяев Владимир Александрович, инспектор патрульно-постовой службы полиции мобильного взвода, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МВД России по Русскому району. Старший лейтенант полиции Павшев Алексей Алексеевич, оперуполномоченный группы уголовного розыска Тучковского отдела полиции МВД России по Русскому району. Лейтенант полиции Изотов Александр Сергеевич, инспектор ДПС, взвода ДПС ОГИБДД, ОМВД России по Русскому району. Объявлена благодарность майору полиции Копылову Борису Владимировичу, старшему оперуполномоченному ОПОП АУР ОМВД России по Русскому району. Швацкому Валерию Николаевичу, инспектору ОЛРР ОМВД России по Русскому району. Майору юстиции Журавлеву Игорю Александровичу, старшему следователю отделения по расследованию преступлений против собственности следственного отдела ОМВД России по Русскому району. Службы Годко Татьяне Александровне, начальнику отделения информационного обеспечения штаба ОМВД России по Русскому району. Капитану полиции Павлову Максиму Владимировичу, оперативному дежурному дежурной части Тучковского отдела полиции ОМВД России по Русскому району. Капитану полиции Шатухину Анатолию Борисовичу, старшему инспектору отделения ПОВИАС ОМВД России по Русскому району. Старшему лейтенанту полиции Егорову Виталию Викторовичу, участковому уполномоченному полиции группы участковых уполномоченных полиции ИПДН Тучковского отдела полиции ОМВД России по Русскому району. Лейтенанту полиции Узингер Денису Владимировичу, инспектору ДПС взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России по Русскому району. Сержанту полиции Медведеву Никите Сергеевичу, полицейскому водителю взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Русскому району. Награждены ценным подарком майор внутренней службы Дмитрикова Елена Валерьевна, начальник отделения дела производства и режима ОМВД России по Русскому району. Подполковник юстиции Тринченко Михаил Михайлович, заместитель начальника ОМВД России по Русскому району, начальник следственного отдела. Подполковник полиции Злобов Павел Александрович, командир отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Русскому району. Майор полиции Ященко Василий Андреевич, начальник отдела участковых уполномоченных полиции ИПДН ОМВД России по Русскому району. Майор
полиции Куликов Михаил Николаевич, начальник отделения лицензионно-разрешительной работы ОМВД России по Русскому району. Приказом Главного управления МВД России по Московской области от 30 октября 2014 года номер 1838 по личному составу присвоены очередные специальные звания среднего начальствующего состава: майор полиции, капитану полиции Васькину Сергею Петровичу, старшему государственному инспектору безопасности дорожного движения. Лейтенанту полиции Буренкову Григорию Викторовичу, оперуполномоченному группе по борьбе с преступлениями против личности МВД России по Русскому району. Капитану внутренней службы, старшему лейтенанту внутренней службы Митрофанову Вячеславу Николаевичу, инспектору направления профессиональной подготовки МВД России по Русскому району. Приказом начальника ОМВД России по Русскому району от 6 ноября 2014 года номер 388 по личному составу присвоены очередные специальные звания младшего начальствующего состава: прапорщик полиции, старшине полиции Акуловой Юлии Александровне, помощнику участкового уполномоченного полиции, отделу участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Русскому району. Старшине полиции Нечаевой Людмиле Владимировне, помощнику участковых уполномоченных полиции, отделу участковых уполномоченных полиции НИПДН ОМВД России по Русскому району. За активную помощь в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории Русского муниципального района, содействие сотрудникам ОМВД России по Русскому району, а также в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, награждены благодарственным письмом начальника ОМВД России по Русскому району и ценным подарком Соловьева Зинаида Алексеевна, командир добровольной народной дружины городского поселения Руза. Роман Евгеньевич, заместитель атамана Станичного казачьего общества Русского муниципального района. Профессионального праздника ОМВД России по Русскому району состоялся приказ о поощрении личного состава. Денежной премией поощрено 303 сотрудника аттестованного состава и 40 работников вольно-наемного состава. Оказана материальная помощь ветеранам ОМВД России по Русскому району, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Мы безгранично благодарны вам за ваш доблестный труд. За то, что вы не жалеете сил, здоровья, а порой своей жизни ради сохранения порядка в обществе. К сожалению, профессиональный праздник любой из силовых структур всегда сопряжен с той минутой, в которой мы должны вспомнить всех ваших коллег, которые не дожили до сегодняшнего светлого дня. Эти люди, сложившие свои головы ради общего благого дела, совершив однажды шаг бессмертия, должны навсегда остаться героями в наших сердцах и в нашей памяти. В память о тех, кого сегодня с нами нет, объявляется минута молчания. Просим всех встать. Помните,
через века, через года помните. А тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Песню свою, отправляя в полет, помните. А тех, кто уже никогда не споет, пожалуйста, помните. Детям своим расскажите о них, чтобы запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните. К мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Ну а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Памяти павших быть достойными завещал нам наш подвиг. И мы должны оправдать эти надежды.